Всем приветик, только пришел домой и уже две посылки. Одна от Лукаса маленькая, вторая, я не помню откуда. Это вроде из Испании. Сейчас по-быстрому. А чему по-быстрому? Потому что устал. Это вроде из Испании, если я прав, то это... Да, я прав, это Испания. Это я себе пинцеты заказал. Что я заказал? Ай, пинцет, два желе. Ну, подарок. Думаю, пусть Геркулес будет, чтобы можно было потом... Так, а что-то... Ладно, посылка такая огромная, а внутри практически нифига нет. Или испанский Геркулес. Желе, пинцет. Это я где-то свой пинцет дел. Не знаю где. Извините, не хочу, чтобы по балкону все летало. Первая открыта, вторая от Лукаса. От Лукаса у нас, если я не ошибаюсь, тайландские крематогестеры должны быть. Это что, утеплитель? Да, утеплитель. Ну, во Франции, возможно, еще холодно. Это здесь я, Виталий, уже днем в футболке хожу. Один кусок, два куска, три куска, четыре куска. Больше кусков нет. На этом хватит, да? Так. Четыре куска. Я не знаю, это может четыре вида. По-быстрому пройдемся. Кремы, мне кажется, чуть бы не сварились. Очень мелкие. Очень мелкие. То есть расплод. Вроде здесь, как он говорил, возможно, за 5 видов. Блин, ну, скажу вам, Скутелларис против них это Динапанера, блин. А ну-ка, одну попытаемся увеличить. Что-то... Вот такая. О, этот гигант. Да, здесь все несколько видов кремов. Все тайландцы, потому что эта дамочка немного большая, а эта дамочка немного маленькая. Вот еще одна дамочка большая, потом будем сравнивать, кто куда. Ну вот, очень много увеличили, более-менее. Это вообще, главное, это большая, это... Немного меньше. Это... Это еще меньше. Ну да, короче, кремов несколько видов. Вроде все тайландцы. Попросили определить.
Да, здесь. Некоторых есть рабочий, то я думаю, что легче будет определить. Так, у тебя есть голова? Есть. Будет легче определить, если есть рабочие. Потом посортировать по видам. И последнее. Чи все живые, здоровые. Потом будем проверять, а то я еще хочу очень кушать. Приехал, сразу побежал открывать. А вот какая маленькая. Это какая-то большая. Скажу, что эти, которые большие, здесь вообще потоп. Здесь, которые большие, они, можно сказать, очень маленькие по сравнению с котеларисами. Ну, на этом все. Вот такие.